Ребят, следующий отель называется Greek Hotel Hotels and Resort. Давайте пройдем вовнутрь, посмотрим вначале холл и общую территорию, дальше нам покажут номера. С левой стороны при входе у нас ресепшн. Зона ожидания. Такая зона отдыха здесь присутствует. И сразу мы попадаем тоже в зону отдыха, на террасу с прекрасным видом на море. Как вы можете заметить, территория достаточно зеленая. И сразу же здесь на верхней террасе есть бассейн. Тут даже с детками купаются в бассейне. И справа у нас ресторан основной с открытой верандой. Друзья, отель себя позиционирует как семейный, тихий отель. Здесь нет больших перепадов ступеней, пологая такая территория. И также с детками здесь можно отдохнуть спокойно. В отеле есть доска информации, где предоставлена полная информация о программе на каждый день. Можете вот посмотреть экскурсии. И что немаловажно для этого региона, температура воздуха, соответственно, и направление силы ветра. Друзья, стандарт рум рассчитан на двое взрослых и с ребенком. Ванная комната. Присутствует чайник, чай, кофе. Вот, пожалуйста, двое взрослых и можно ребеночка. Красивый балкон с красивым выходом на море, на пляж, на бассейн. Это второй этаж. Стандартный телевизор, зеркало, стульчик и мини-бар. У нас есть водичка. Есть сейф. Вешалки, шкафчика нету. Дополнительная подушка. И вот такой вот аксессуар. Мелочь, но приятно. Внутренний двор. Много зелени. Друзья, стандарт Family Room 2 плюс 2. Рассчитан на двое взрослых и обязательно в таких номерах двухэтажная кровать. Что здесь есть? На первом этаже у нас выход вот на такой вот балкончик с видом красивым на пляж. Есть телевизор, зеркало, фен. Опять же холодильник, мини-бар, чайник, кофе, все как нужно. И ванная. Друзья, это сюит. Вот такая вот отдельная комната. Здесь вы можете оставить свой багаж. Также есть здесь сейф. Мини-бар. В мини-баре у нас присутствует водичка. И чайник, кофе. Можете себе сделать чай. Достаточно большой, просторный номер. Есть вот такая комната. Первая. Здесь может разместиться двое человек. В комнате присутствует телевизор. И вторая комната уже непосредственно для родителей, большая двухспальная кровать. В этой же комнате есть отдельная душевая, достаточно большая. Два умывальника, что очень удобно. И есть два выхода на террасу из номера. С одной стороны и с другой стороны. Большая просторная территория. Здесь работает в обед снэк-бар. Мы сейчас с вами направляемся к пляжу.
на пляже песочек, но внутри уже получается мелкая галька. Песок регулярно завозят как на берег, так и в воду. В этом отеле есть амфитеатр, где проводятся вечерние представления, есть волейбольная площадка. Рядом со снэк-баром, который открывается после обеда, есть детский бассейн. Детский бассейн и также детская площадка присутствует. Кстати, вот ребята играют настольный теннис, тоже одно из развлечений отеля. И если на улице очень жарко или плохая погода, вы со своими детками можете посетить детский клуб, который находится внутри основного здания. Также здесь находится спортивный зал. Достаточно много тренажеров. Магазин с сувенирами и самыми необходимыми нужностями. Также здесь есть прекрасная спа-зона для массажа, для релакса. Стандартная спа-зона с хамамом, с сауной и маленьким бассейном. К сожалению, нас туда не пропустили, потому что там отдыхают люди. Это основной ресторан. Сейчас, к сожалению, уже время обеда прошло. Мы не можем посмотреть, какое питание предоставляет отель. Друзья, Greek Hotels and Resort – это твердая четверка, отвечающая всем условиям проживания. По запросу вы можете попросить одеяло, дополнительные подушки, если вам будет холодно или неуютно. Питание полноценное. Нам рассказали, что достаточно вкусно кормят. Всем всего хватает. Очень милый компактный отель с зеленой территорией и песчаным пляжем. Что касается цен, вы смотрите цены на букинге, либо узнавайте у своего туроператора. Если вам понравился обзор отеля, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Друзья, если вас заинтересовал данный отель, вы можете обратиться к нам в личку, и наше турагентство подберет отдых по вашему запросу. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока.